Всем привет! Существует замечательная точная пословица: голодный завсегда умнее соображает, чем сытый. Как-то раз, когда у нас были в походе яйца и не было на чем их готовить, мы придумали замечательный, отличный рецепт — яйцо на пиле. Для этого нам потребуется сама пила, вот вы видите, она уже достаточно нагрелась, и испуганное яйцо, которое в предвкушении того, как его будут готовить, скорчило такую гримасу. Остается нам найти ленточку березы, и я покажу, как это все делается. Пилу мы положили на костер пищевой. Как его делать, я показывал в одном из видео. Значит, теперь нам потребуется ленточка коры. Здесь мы делаем с концов надрезы на разных уровнях и соединяем их. И ставим сюда. Теперь осталось разбить яйцо и дождаться его готовности. Яйцо очень испугано. Итак, разбиваем. Итак, спустя 7 минут яйцо полностью запеклось. Вот такая получилась вкусняшка. Хоть и не очень эстетично, но тем не менее этот способ позволит вам приготовить яйцо, если вы забыли для него посуду или остальная посуда занята. Пилу, чтобы очистить от остатков яйца, достаточно просто использовать по пиле и что-нибудь. Поэтому используйте этот рецепт. С вами были Лесные. Всем пока!